Вечером в понедельник постояльцам гостиницы «Полярная звезда» пришлось пережить несколько неприятных минут. Около половины девятого здание оцепила полиция, а жильцов эвакуировали. Как выяснилось, за помощью силовиков обратился директор гостиницы, которому поступил анонимный звонок о заложенном в одном из номеров взрывном устройстве. В Новом Уренгое стартовал ежегодный фестиваль «Радуга». Сегодня прошел первый этап творческого конкурса «Хрустальный звук». В нем приняли участие вокалисты из городских детских школ искусств и различных ансамблей. Новоуренгойские пловцы принимают участие в спринте. Это традиционные соревнования. Проходят они 4 дня, в каждый из которых нужно продемонстрировать различные способы плавания. Свои навыки показывают более 150 мальчиков и девочек в разных возрастных категориях из спортивных школ «Юность» и «Ямбург».